took us a long time to prepare for our trip to Borneo. It's a drifting ice camp near the North Pole, which Russian polar explorers built for researchers and tourists from all over the world. Unfortunately, our flight was delayed for 5 days. Четыре тележки, собаки, палатка еще. Давай, давай, давай. Нога. Дамы и господа, наш самолет готов к взлету. Пожалуйста, убедитесь, что признаны ими пристегнуты. We didn't know then that we might not get to the ice camp at all. The previous plane nearly crashed. Это его сейчас на рентген, на завод, там его полностью все детали будет просвечивать рентгеном. Такая целая история. Еще. Давай, давай, давай. Еще. О! Ну-ка туда. Вот. Так, все. Бесстрашный корреспондент. Он, между прочим, и два лица может. Да, ребят, вы аккуратней. Самолет придавит. Ну, посадки там подломил шасси. Ну, сложно, потому что аэродром ледовый, полоса короткая. Ну, видимо, что-то там не заладилось. Погода плохая была, тогда видимость никакая. Так редко бывает, что вот так солнце светит. И из-за этого у нас программа сдвинулась. 4 или 5 дней к нам вообще не прилетал самолет, потому что запасной самолет мы нашли уже другой. Ну и когда он начал летать, уже, конечно, пошла напряженная программа. Вот сейчас каждые 6 часов к нам самолеты прилетают. Ну и то есть нужно за это время успеть разгрузить самолет и загрузить, встретить, проводить людей и поесть, и поспать. Очень интересно то, что всегда светло, всегда день, никогда не темнеет. У нас сейчас такая работа, что нам, в принципе, не нужна ночь. Ну, первые 3 дня как раз люди приезжают, не спят, нам это и надо, чтобы вот как раз никто не спал, чтобы лагерь построить оперативно. А потом уже все как раз выдохлись, и там уже не важно на 3-й день, какое время дня и ночи. Уже под шум пушек тепловых и генераторов спят очень спокойно. Здоровый организм, он это свое возьмет все равно. Мне кажется, у вас нос отмораживается. Да. Закрывайте. Он не красный, у вас уже белый. Сходите к доктору, а то у вас кожа слезет. Да? Смотрите, я вас свожу. Ну быстро, я вообще-то надеваю сюда балаклаву, а тут вопросы, когда задаю, мне в балаклаве неудобно, я ее немножко стянула, буквально на 5 минут. Это хочет. Привет! 2 months earlier, an international forum took place in the Tver region. Out of 150 young researcher applicants, the 5 best were chosen to travel to Borneo. Their stay at the ice camp would only be for 1 day. But even for such a short trip, they competed for almost a week. Hello! In Russian, it is valenki. It's what? Valenki. Winter Russian shoes. Nice. Основная задача – это проверить, насколько они могут работать в команде. Ты должен выручать, а иначе как ты выживешь на севере? Зачем ехать в Арктику, тратить бюджетные деньги большие, потому что путь туда не дешевый. Не для того же, чтобы сфотографироваться, своим внукам показывать. Это делают туристы, а настоящий следователь едет с конкретной целью. Исследование, которое я хотел бы провести, это магнитная съемка в районе Северного полюса. Мужики, я начинаю нервничать, понимаете? Если такое отношение, сейчас совсем по-другому будет. Borneo was expecting guests. Tents had to be put up for them on time. Друг мой, а вы не знаете, зачем мы вчера это делали?
глушитель подсоединяли и все остальное. Ну зачем мы делаем двойную работу? Это будет подиум для быстрой эвакуации лагеря. Ну, типа санки такие. Если льдина треснет? Да, если вот, будет, да? Льдина треснет, и чтобы лагерь эвакуировать, перевести на новое место, вот будут вот такие санки. А вы отвечаете за безопасность? Да, я понимаю. И за безопасность тоже. Как себя вести? Как себя вести, чтобы медведь не съел? Как себя вести? Медведь боится большого объема. Надо поднимать руки, махать вот так, чтобы ему казалось, медведю, что он, ну, кто машет руками, тот больше его. И не бежать от него, от зверя. Bears weren't supposed to come this year, as the station was drifting a mere 40 kilometers from the North Pole. The animals usually live close to the open water. Yet this time the water was far away, but you still felt uneasy if you left the camp without a weapon. Ну, это такой калибр 450-й. Им пользуются как, ну, в экстренном случае, чтобы... A plane was expected soon, and the tractor was clearing the landing strip. Now it was possible to fly to the ice float. The members of the first team to arrive on Borneo when there's no landing strip yet are airdropped in with the equipment. А ты всегда здесь с самого начала? Да, ну для меня это самое интересное. То есть это чистый прыжок в Арктику, когда нет ничего. Как на Луне. То поворачиваешься, ничего нет. Только твой первый след. Вот. Потом смотришь, вот да, есть еще следы, но за ними тоже ничего нет. То есть это те люди, которые сверху выпали, вот здесь оказались. И тут никого нет. Как ты захочешь, так все и будет. Прыгнуть геройски здесь – это ничего. Перед этим очень большая утомительная работа. Бывает 12 часов просто не разгибаясь. Ты что-то делаешь. Потом с ужасом понимаешь, что там уложено там 5 тонн парашютов. Один парашют он площадью 750 квадратных метров. Такая трещина по полосе в звездной, да? Alexander's the only one from the first team who had remained by the time we arrived. The researchers had asked him to stay for some diving work. They needed videos of the subglacial space, which would enable the researchers to see what is going on in the Arctic Ocean. Stop! Я оденусь. Поможете мне чуть-чуть молнию застегнуть. Тут я сам все сделаю, болтых, и все, и нет мне. Ничего плохого там вроде произойти не может. Течения, я понял, сейчас нету. Акулы маленькие. Вот, раков надо наловить, раков. Ну, все. Ой. У тебя получится, ты справишься. Сейчас буду стараться. О, поехал. Ура! Ну, спасены, благодарю. Тут человек, который помогает водолазу одеваться, называется тоже водолаз. Честное слово. Experiments showed that in the past several years the process of global warming has stopped. However, it's still hard to find a firm ice float here. If the ice was once 2.2 meters thick, now it's only 1.8. Когда его вытаскивать? Ну, надеемся, что он сам вылезет. Поймал. Есть.
Не замерз? Ну, я не знаю, у меня где-то здесь вот достаточно сыро и холодно. Я еще не разобрался, почему. Я, наверное, не очень аккуратно оделся. Это я плохой ассистент. А? Плохой ассистент я. Видимо, нет, где-то там складочку все-таки если оставил. Вы видели, какая тут красота отсюда. Да, я обратил внимание. Вот одна рука сырая. Будем сушиться. On the second day of our stay, the polar workers held an initiation ceremony for us. Соленая вода из майны. Стаканчик есть? Подходи. Только мне еще чуть-чуть. Какие тут слова? Ну что вы? Полярники! Ура! 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 The Young Researchers Competition is over. After a week of scientific reports, the winners were announced. Я честно очень хотел попасть на Борнео. And honestly, I really wanted to go to Borneo. В нашей команде есть человек, который более достойный, я считаю, чем я. Если возможно, я бы свое место хотел отдать. But I believe that on our team there's an individual that. Смотри сюда. А теперь кто за? I congratulate you. Когда будешь, директором экспедиции полярной станции Борнео 41, возьмешь его просто так. Я мечтаю испытать те ощущения от нахождения на самой вершине мира, на этом краю, когда куда ни посмотришь, везде юг, и можно совершить кругосветное путешествие за несколько минут. Запомните их таким, потому что в следующий раз, когда вы их увидите, они будут с обмороженными лицами. On the third day, we completely lost track of time because the sun was above the horizon all the time. We started having trouble sleeping, but at least we managed to adjust to the climate. Ну что, рассказывайте. Я сейчас все не очень себя чувствую. Перепутали день с ночью. Да? Я сегодня не спала до утра. Стою, глаза как у лягушки. Ну, кстати, хорошо выглядит. Что будете делать сегодня? Сейчас через два часа прилетает принц с Марокко. С женой и с детьми. Полетит на Северный полюс, будет прыгать с парашютом вместе с женой. Нырять в прорубь. Но это именно на полюсе, не здесь. Да, на полюсе будет, на вертолете полетят. Ну, а мы будем заниматься своими делами повседневными. И у вас уникальная есть возможность хлебнуть с нами горе. Так называют черную икру шампанского. В принципе, будете всех угощать черной икрой. Да из Африки везет с собой. It means anything is possible. It means believe and do something. Do something for somebody else and for yourself. Stop being miserable. Smile. It never gonna end. That's what I think. With your wife, Nico. With your wife. Yeah, будут в тандеме прыгать. Интересный способ избавиться от жены. Tourists in Borneo are one of the ways to make money, so that researchers can come here later. Parachute jumping and diving at the North Pole is not cheap entertainment. It costs tens and hundreds of thousands of euros. Love you, Nigeria! And
Ну ничего, они не смогли найти, едем сами ищем. Понятно. Ну что, едем? The camp was running out of fuel. We had to find the new barrels with fuel that had been dropped from the plane. Sometimes this can take the whole day, especially if the fuel is on the other side of the crevasse. At any moment, the ice float could split. Вон, видите, вода. Смотри, не подходи, аккуратно. Серьезная тема, да? Ну да. Вот сюда может провалиться, да. И какая там глубина, если свалится? 4000 метров. Юра, ответь. Ну, а у вас что там, трещину вы переедете? У меня здесь такая трещина серьезная. Переедем. Да, вот это самое сложное, конечно. Ходить в бочки. Ты себя следопытом чувствуешь. Их нету, видишь, вообще не видно. А нельзя как-то поточнее вам передавать координаты? Да нет, дело все в том, что от многих факторов зависит ветер. Они когда сбрасывают, они же не знают фактически ветер. Примерно знает, мы им говорим, ветер тот, который у нас по полосе у земли. А на высоте там же, на по высотам ветер разный. Хорошая, да? Хорошая. Это здорово. В такую нырнешь, потом не достанет. Я хотел сказать, вот эти торосы, они как образовываются? Это вот льдина на льдину наползает и появляются вот такие вот торосы. Такая вещь опасная у нас была. Один год было, вот в такие торосы замотало там две или три палатки. То есть вот прям лагерь. Люди вытаскивали уже, что успели, сумки похватать, и буквально там на глазах за 20 минут в лед вот так все закатало, такой треск стоял. Так, ну ладно, поехали тогда. Вот так проедемся, что сейчас вдоль этого. Родимая. Ну, наконец-то. Давай вот здесь их перемотаем просто. А на сколько одной такой бочек хватит? Ну, если на вертолете летать, то на 2 минуты. А так вот для отопления вашей палатки такой бочки на 3 дня хватит. Так, ну ладно, надо ехать, у нас сейчас самолет уже через 1,5 часа прилетит. This flight was carrying the participants of the annual marathon, a 43-kilometer run at the North Pole. У этих людей могу сказать, что отважный товарищ. 43 километра на Северном полюсе в минус 29 градусов. Не каждый осилит. Некоторые места они бегут через сугробы, через торосы перебегают. Поэтому тяжело. Но я думаю, что вы сами увидите часа через 4-5 их состояние, самочувствие. Опа. Борода у него примерзла к маске. Ну, пытайся сейчас отогреть. Конечно, ж больно. Ой, конечно. How much rounds you did without stop? Стоп. О! Нет. Стоп. Попридите ко мне горячей водички в чашке, а? Серьезно, видимо. Столько греете, никак. Сосульки целая примерзла. Ага, все. И свобода. Далее мы ему
горячего чая, так добавил немножко коньяка. Вот он ложил, когда ему дали коньяка без чая, он ложил еще больше, сказал, что русский доктор лечит правильно, и с новыми силами отправился дальше покорять просторы Арктики. Вот. Finally, the young scientists who had won the trip to Barnaua arrived and began their experiments at once. Вот, а вот 90.00. Ура! О, посмотрите, красота! However, because of a problem with the camp's schedule, part of the equipment wasn't delivered on time, so some experiments had to be cancelled. Мы договорились с вертолетчиками, чтобы они в своей экспедиции к Северному магнитному полюсу взяли на борт градиентометр. Я надеюсь, что они смогут получить уникальные данные, характеризующие магнитное поле. Это просила лабораторию на исследование следов концентрации загрязняющих веществ. Кстати, кто хотел погулять? Вот о чем я говорил. Смотри. Это еще чуть-чуть. Это происходит так, щелк, и кино кончилось. Белая мгла. Я это очень ценю, просто неимоверно. Но вместе с этим, конечно, мне очень совестно, испытываю какие-то угрызения. Павел Ковалевич, который был одним из победителей, он пожертвовал своим местом ради того, чтобы я смог исполнить свою мечту и приехать на Северный полюс. Но ведь после окончания форума мы устроили целую кампанию для того, чтобы включить его шестым человеком в группу. И, судя по всему, это дало результаты. Сказали, что Павел поедет тоже на Северный полюс. No one knew if the sixth team member would arrive. They couldn't communicate with him. They say today, oh, we want to swim in the ocean. I couldn't really say no, but I could not say yes, because it's really absurd. Love you, girls. See you in a minute. The Nigerian prince Og was ready to dive. The Russian instructors had trained him when he was holidaying by the White Sea. Everyone has his own plan for Barnaua, but in the evening everyone's equal. Here princes live in the same tent as you and eat the same porridge and cutlets. Большое спасибо. Хорошо. Thank you. My family say thank you to you for welcoming us. Thank you. Thank you. Thank you very much. Very positive man. Oh, it's a great place. It's easy to be high. It's easy here. Thank you. Bye-bye. Спасибо большое. Меня здесь люди поразили. Такие мужики суровые, и тебе кажется, что они какие-то такие колючие, ты с ними начинаешь общаться, а они в действительности такие вот прям вот душевные люди. То есть они тебе все готовы сделать, тебе готовы помочь. То есть это настоящий коллектив людей, которые готовы ради идеи, ради цели находиться в этом безмолвии, чтобы все работало как часы. Поражают меня те люди, которые приезжают сюда ежегодно. Здесь люди такие, которых в городе не встретишь. Очень много друзей у меня вот здесь вот появилось, таких настоящих друзей. Здесь, если с ними перезимовал вместе, вместе работал, то уже вообще никуда не страшно. Потому что если человек
неискренний, значит, что-то случится. Или льдина треснет, или самолет сломается. А, вот смотри, эту они новую заклепали. Вот этот кусок тоже оторван был. Кто полетит на нем? Я. Кто еще-то? Больше некому. The ice camp usually only operates for a month. It's dangerous to stay here longer as the sun rises higher and higher and the ice starts to melt. As soon as the base is disassembled, plans are made for the next year. The young researchers intend to return, and this time for more than just a day. Although quite a lot happened for one day, on the way back they met the sixth participant, the one who gave up his place. He had managed to reach by now after all. А нам говорят, нет, его дайте приобрет Пашку. Ну что, мы сделали это. Пашка! Этот шестой здесь. Купались там, купайся обязательно.